Кустанай активно готовится к предстоящим праздникам. В честь Международного женского дня представительницы прекрасного пола ждут концерты с участием звезд казахстанской эстрады. А к празднику Наурыз в городе планируется установить две инсталляции. Конкурсы, выставки и спортивные состязания наполнят праздничную программу. Подробности в материале моих коллег. В этом году кустанайцев, а также гостей города ждет насыщенная программа. Старт праздничным мероприятиям даст концерт, что состоится 6 марта во Дворце культуры «Мирас». В нем примут участие самые активные женщины города, которые добились успеха в различных сферах деятельности. На следующий день представительниц прекрасного пола будет ждать насыщенная концертная программа. 7 марта в 17:00 творческие коллективы Дома культуры «Мирас» приглашают горожанок и гостей города на концертную программу «Мерекелеріңізбен арулар». Также в Кустанае пройдет ряд праздничных мероприятий на коммерческой основе в Жастар-Сарае. Это праздничные концерты с участием известных артистов Куандыха Рахыма, Розы и Абдижапар Алхожа, Кайрата Нуртаса, а также Дос Мухасан. Кроме того, в театрах города пройдут спектакли согласно театральным афишам. Внешнему облику города в честь праздника Наурыз уделят особое внимание. Так, главные улицы города будут украшены баннерами с праздничной тематикой. А в сити-центре для горожан планируется установить такие инсталляции, как шанрак и жетахазна. Шанрак – символ домашнего очага, признак продолжения рода. Шанраком связано много обрядов, поверий и поговорок. Жетахазна занимает особое место в мировоззрении казахского народа. Для наших предков ценность представляли те вещи, которые помогали обеспечить семейную жизнь и продолжение рода. Ержигит – это мужественность джигита, ахалдаиль – красивая и мудрая жена, жирюк – ат – быстроногий скакун, храм буркут – охотничий беркут, жирюк – тазы – преданный пес породы тазы, берин мултык – хорошее рыжье, блим – всесторонние знания. Предлагается данную инсталляцию Мурат Кузбаевич оставить на постоянной основе в качестве фотозоны для жителей и гостей областного центра. В рамках праздничной программы в областном центре пройдут два конкурса. Первый – среди организаций собственников жилья. Второй – среди организаций и предприятий всех форм собственности. Благодаря последнему выберут лучшую юрту среди тех, которые установят на центральной площади. Первый конкурс на урусском дворе, вот сейчас вы сказали, уже 20 ОСИ, да, участвуют. Да, это было, в принципе, как бы предложение Акима области провести это мероприятие. Мы его проведем 21-го. 21-го. Подведение, вы уже, в принципе, конкурсная комиссия 21-го отработает, а подведение итогов 22-го, правильно, да? Ну, я думаю, это очень неплохо будет, тем более у нас люди активные. Сейчас вы назвали, в 4 локациях будет проходить Наурыз Мейрамы. Я думаю, возможно, здесь добавится микрорайон аэропорт, возможно, добавится район КСК. Я думаю, надо поощрять. Там, где торговые большие центры, там, я думаю, можно с ним разговаривать. Еще месяц почти что у нас есть. Этим праздничные мероприятия не ограничиваются. На улице Алтынсарина пройдет выставка-продажа «Баурсах. Символ солнца и счастья». Для населения будет организована праздничная торговля. Кроме того, в сити-центре пройдет выставка «Город мастеров». Известные ремесленники представят изделия декоративно-прикладного искусства, поделятся своим мастерством в изготовлении ювелирных украшений и национальных сувениров. Там же будут установлены алтыбаканы. Алмажан Амангельдинова, Алибек Султанов, телеканал «Кустанай».